Ребят, напоминаю вам, что в одном из пабликов проходит конкурс на 2500 гемов. Скоро уже будут результаты, всего будет 3 призовых места. Я вам уже об этом конкурсе говорил, а вы все не участвуете и не участвуете. Заходите обязательно, ссылочку на этот конкурс я оставлю в описании. Участвуйте и побеждайте. Привет всем, дорогие друзья. Написал мне один человек и увидел, когда я фанюсь на стриме 2 на 2 и предложил повторить одну интересную вещь. Ну как, для меня интересную. Может, вам это не сильно понравится, но все-таки я хочу, ребят, объявить такой челлендж и хочу, чтобы вы это повторили как можно максимально быстро. В общем, сейчас я вам покажу. К сожалению, уже нету клановых боев. Это связано с клановыми битвами. Сейчас я вам покажу. Вот этот повтор. Он видел мое видео, где я гоблинскими бочками сношу главное здание за пару секунд. И он мне показал, как он сносит за пару секунд противника. И попросил меня повторить. Я сразу отказался. Говорю, я подобным заниматься не буду. И говорю, что тебе повезло. И, ну, серьезно. Сейчас посмотрите. Все сами увидите. В общем, видно, что это не подставной бой. Противники с разных кланов. Итак, смотрим. Он пока сливает ненужные карты и готовится, в принципе, к пушу. Он снес на 3 звезды очень быстро оппонента. Я хочу, чтобы вы это повторили как можно быстро и мне потом предоставили. Ну, это когда будет уже клановые поединки 2 на 2. Потом вы попытаетесь это повторить и надеюсь, что у вас это получится. Итак, смотрите, выбрасывается много армии скелетов, клонируется это несколько раз и стелится рейдж под самые вышки. Я не понимаю, что противник в этот момент делает, какое еще надгробие. Фаербол, вы видели, как был фаербол брошен? В общем, не могли остановить вот эту комбинацию. Я изначально сказал, что это фарт, это везение, противник дурачок подобрался, ну, он говорит, я это уже повторяю не первый раз, давайте посмотрим еще один повтор. Итак, смотрим второй повтор, в общем, здесь намного все быстрее произошло, и ролик, наверное, я назову «Снес противника там за пару секунд», что-то в этом роде. Ну, реально, вы просто посмотрите на это, сейчас, в общем, давайте на x4 резко, и вот здесь на x1. Я не знаю, что делает оппонент. Но тут нужно подловить противника, чтобы сразу он потратил весь эликсир. Смотрите, справа снова ставятся скелеты. Ноль внимания, ноль. Что-то сейчас выбросят, да? Что-то оппонент только что выбросил и снова потерял резко. Я не знаю, что там было, армия скелетов, по-моему. Ну, я не знаю, ну бревно просто кинь и все. И то есть это можно задефать на изи. Почему-то эти противники так не сделали. Ну, в общем, нужно, видимо, подобрать противника и выбрать этот момент, где противник потратит весь эликсир и сделать вот такой вот пуш. В общем, мне эта идея немного понравилась, я хочу, чтобы вы ее повторили. Я, конечно, понимаю то, что клановый сундук прошел, 2 на 2 также уже нету, но они ведь будут. Ну, можно, конечно, и просто в глобале 1 на 1, но это не так будет эпично. Но если у вас прям какой-то грандиозный там повтор будет, где вы реально за считанные секунды, не просто где вас противник завис и ничего не делает, со стоящим противником, который против вас играет, не отошел, не залагал, ничего подобного. Надеюсь, что кто-то перебьет его рекорд. В комментариях напишите, за сколько секунд. А давайте сами посмотрим, за сколько секунд он снес. Так, в первом повторе давайте сейчас бой длится 3 минуты, будем от этого отталкиваться. Поставим сначала на x4. Так, ставим на медленную скорость и нажимаем на паузу. 2.29, это сколько получается? 31 секунда, да, за 31 секунду он снес. Ну, не считая того, что нужно было подготовиться, все дела. В общем, саму вышку, вот этот сам пуш происходил, ну, буквально, мне кажется, секунды 3-4. И второй повтор там очень медленно, там, по-моему, секунд 40. В общем, тот повтор не будем смотреть и считать. Значит, 31 секунда. Кто перебьет, обязательно мне пишите. Я самое быстрое время выберу и, возможно, запишу об этом ролик. В общем, такое вот коротенькое видео было, ребят. Я редко записываю такие челленджи подобного формата ролики. Поэтому сильно не критикуйте, если вам такие идеи не нравятся. Ну, я надеюсь на вашу поддержку. Спасибо вам за лайк и подписку. Всем до новых встреч, ребят, и всем пока.